А он за ящиком пошел, я думаю, как он так полил, что я здесь. Ну, что-то неладно как-то. Так, ну чё, вроде бы все хорошо. О, я хочу этот пулик. Где ребята? Это должны же тут быть, любому. Привет, у тебя два монитора? Нет, бро, у меня два компа. Ты хакер. Именно, хакер. Охренеть, что за... Ты опять накручивает. 134. Гонишься? Противник высаживается в районе. Серьезно, чел? Так, тут чел у меня еще, на, туда. Спасибо за 10 рублей. Я понял. Ну, наверное, я сыграю все-таки с Ренетти. The fuck the shit. Губы выпечил, лицо попроще сделать, только как терминатор сидит. Кстати, да, я заметил эту хрень. Что такое реально у меня с фейсом? Что-то жесть вообще. Какая-то хрень происходит. Какие-то лицевые нервы как будто зажало, блин. На, реально попроще. Не, это, ну, небольшая просто усталость есть. Так-то нормально. Так, ну один тут у меня наверху. Чел с пулика, да, нормально, чуть не вшатал. Надо спокойнее быть и расслабиться. Расслабленно играешь, всегда хорошо получается. Конечно, напрягаться, как ты происходит. Поэтому не надо напрягаться. Спокойнее, расслабленнее. Тогда будешь побеждать. Тупо переигран. Да, Мар. Вон это чел. Охренеть, чуть не задавился. О. Я без этого, без активки езжу. Это очень плохо.
ликвидацию отмечена. Убейте ее. Чуть спину меня не убил, козел. Привет, солнце. Сейчас я доиграю, дай мне секунду. Один. Главный прием. Отправляйте разбор. Колодника закончилась топливо. Возвращаюсь на дозаправку. Что-то где там он в вагоне, что ли, сидит или что? Осталось 10. Продолжаем натиск. Я его занял. Да уйди, лол. Я понял. Он мне на него дали, кстати. Хорошая работа. Что он там сказал такое, я не понял. Вы вошли в четверку лучших, превосходно. Где-то тут чел. Чуть не отдал с ним. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. Я хз. Я отметил цель! Стреляйте! Я строитель 2-0, вас понял. Начинаю обстрел кассетными минами. Довольное лицо. Да, пошел ролл и есть что. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и все вот это, что там, колокольчики и всякую вот эту дичь.